Добрый день, уважаемые друзья, подписчики и гости канала. Сегодня у нас будет вот такой вот сварочный аппарат мини на испытании и на обзоре. Посмотрим, как он работает. Он реально маленький, удобный, и я думаю, что он многим может понравиться. Хотелось бы узнать, как он будет варить. Я подготовил разного металла, и мы после того, как немножко посмотрим, как он устроен, попробуем на толстом металле, шестерочкой, на профильном металле, как он работает, настолько устойчиво держит дугу, не прорывается ли. Я подготовил электроды, как обычно это я делаю, это АНО-36, вот такие вот зелено-синенькие. И взял ЛБшку, тоже мне интересно, как он будет работать на профессиональных электродах. Значит, этот аппарат, у нас сейчас идет розыгрыш, этот аппарат участвует в этом розыгрыше. Поэтому, кому это интересно, если ссылочка выскочит вверху, значит, это еще действительно, и вы можете участвовать. И присоединяйтесь, приходите, я думаю, получить подарок, такой аппаратик, будет класс. Поэтому сейчас мы посмотрим, что здесь внутри. Распечатываем. Аппарат предоставлен Харьковским магазином инструмента. Ссылочку я брошу в описании, кому понравится, можете приобрести. Так, в комплект входит вот такая вот примитивная щеточка с молоточком. Держатель и масса. Ну, это стандартный держатель. Ну и массовый провод. В принципе, это нас мало интересовало. Нас больше интересует содержимое вот этой коробочки. Так, инструкция. Инструкция на русском. Подробненько все будто бы написано. На украинском есть. Так, ну и вот сам этот аппаратик. Красавец. Есть ремень, можно одевать на плечо. Вес, ну, не знаю, я думаю, около 2 кг. Так, опять же виден дросселек внутри. Что-то похожее на то, что мы делали в прошлый обзор. Чуть больше был аппарат. Сзади вентилятор. Вентилятор поменьше. Ну, опять же, табличка наших токов. Ну, вот такая вот регулировка у нас есть. У нас перегрев. Ну, в принципе, и все. Ну, и плюс, и минус указаны, где что. Хорошо. Ну, класс. Вообще класс, согласитесь. Вообще супер. Сейчас, если он будет нормально еще варить, цены не будет. Пробуем. Ну, будем пробовать. Для начала профиль. Так, профиль. И будем варить его, попробуем вначале монолитом. АНО-36. Я тут подготовил немножко. Вот так. Как-то так. Пройду 2 шва. Один вот этот в углу и один потом в нижней позиции. Так, пробуем. Хорошо зажилось. Так, высоковатый. Ну, 2-3.
Ну и теперь чуть уменьшим. Ну и теперь вот такой вот нижней позиции. Посмотрим, что у нас получилось. Вот такие вот швы. Отличные швы, прекрасно. Сейчас я заряжу сюда ЛБшку, ЛБ-52У. Только надо немножко добавить. Надеюсь, получится. Вообще будет классно. Так. Так, мы пройдем углу. Углу. Это самая ЛБшечка. Шлак очень плохо отбивается. Ну, вот. Вот так вот получается, скажем. Резко остановилась. Это альбо. Теперь возьмем металл потолще. Вот у меня есть вот такое 6-миллиметровое сталь. Также попробуем пройти ее. Для начала возьмем оно. Толщина большая, добавим на всю. Оно вообще хорошо, мягко, говорит, мягко. Вот дуга не прорывается.
пожалуй, хватит. Так. Получается варить толстый металл. Ну, в принципе, класс. Обратите внимание, насколько все хорошо. Такой вот маленький аппаратик, такие классные вещи делают. Что еще надо? Попробуем более толстый металл пройти электродом с основным покрытием. Получится ли заварить его? Прерывано дуги. Как бы не хватает именно напряжения. Ток есть достаточное напряжение, прерывает, электрод выгорает. Диалмастер, который был у меня на обзоре чуть ранее, 350-й, это дело лучше, именно СЛГ. Так, хорошо. Посмотрим, что у нас получилось. Вот у нас такой блестящий шов, который, блестящая обмазка, которую дает ЛБшка. Вот такой вот шов получился у нас на ЛБ. Ну, немножко есть поры, но в принципе, чем хорош ЛБ, что он формирует с обратной стороны валик при достаточной квалификации, которой у меня, к сожалению, нету. Ну, вот так вот. Так что этот сварочный аппарат работает как с рутиловым, так и с основным покрытием. Хотя с рутиловым горит легче. Надо было еще ОНИ попробовать. Ну, я думаю, если вот этот работал ЛБ, то ОНИ однозначно. Они легче зажигаются и легче горят. Ну что, подведем итоги. Сегодня у нас был на обзоре вот такой вот инвертор Plasma 300. И он показал себя с хорошей стороны. Прекрасно работает с электродами с рутиловым покрытием. Реально классно. И даже такие электроды, как LB52U, также, в принципе, показали хороший шов. Вот эта кроха, которую я держу на ладошке, которая практически ничего не весит, умеет больше, чем те сварочные аппараты, которые у нас были 30 лет назад, такие вот трансформаторные, которые мы тягали, которые были неподъемные. Они не умели делать то, что умеет вот этот аппаратик. Плавная регулировка тока. Тока достаточно. Я думаю, реально он выдает где-то 120 ампер, может даже чуть больше. Потому что я варил вот такой позиции.
Тут у нас еще есть немножко запаса. Ну, я так думаю, может даже и 130. Возможно. Четверкой. Думаю, он сможет варить и четверкой, так как ЛБшка, в принципе, была 3,2. И не на всю, да, до 4 мм. Ну, не знаю, как, конечно, будет долго он работать. Он, ясное дело, что будет перегреваться. Ну, так что-то там заварить быстренько четверочкой будет можно. Ну, а троечка, я думаю, будет вообще без проблем. Аппарат изумительный. Это то, что нужно самодельщику. Маленький, удобный. И, кстати, вы помните, он разыгрывается у меня на канале, поэтому участвуйте. Я буду рад подарить кому-то из своих подписчиков вот этот аппарат. Именно вот этот. Друзья, я благодарен вам, что вы были со мной на осмотре и на испытании вот такого аппаратика. Подписывайтесь на канал, следите за каналом. Я еще покажу вам много интересных вещей. Всем пока!